Всем привет! Еще раз напоминаю, что 22 июня я улетаю в Санкт-Петербург на один месяц. И на всякий случай хочу напомнить, что не нужно ждать, когда у вас что-то заболит. Это неправильная политика, когда вы идете на массаж, только тогда, когда у вас что-то отваливается. Самое лучшее лечение – это профилактика. И если вы придете ко мне до появления боли, это будет гораздо лучше, нежели вы придете ко мне скрюченными. Почему? Потому что, когда проблема появилась, когда боль появилась, с ней уже гораздо тяжелее работать, нежели вы пришли ко мне просто уставшими, я вас размял, снял напряжение, сделал мануальную терапию, отпустил вас с миром, и у вас ничего не болит. Поймите, когда боль появляется, чаще всего одним сеансом обойтись, ну, редко когда возможно. Поэтому задумывайтесь о здоровье своем заранее. Вы же чистите зубы, не дожидаясь кариеса. Так что звоните, пишите, я пока в Израиле. А с 23 июня я начинаю принимать в Санкт-Петербурге. Всем хорошего дня!